Это мы большой магазин здесь пришли. Нет. В этом магазине это сетка взяли. Тут огромный это магазин. Это называется Мерлин Леруа. Это за мостом, который большой мост сюда переезжает. Это французский магазин. Вот смотрите, который мы заходим сейчас. Вот видите, надо на улице пройти шагами, сколько это будет. Это мы будем рекламировать. А что, не пропускают? В очереди везде, в очереди. Пройди туда. Есть свобода. Здесь? Могу показать. Умножал. Огромный магазин просто, огромный. Как додумались они между городами, с Барнаулом и Новоалтайск. Надо людям сказать, где нужно брать здесь. Смотрите, какое оборудование, какой пол. Молодцы, ребята. Буквально все есть строительное. Не знал, живу рядом и первый раз услышал. Такие, которые вообще. Потому что сегодня у нас 22 марта 2021 года, понедельник. Как Володя там вставляет что-то. Вот три мешок? Да, три. Ага, вот четыре. Какое обслуживание, сколько людей, какая ширина, конца не видать. Молодцы. Ух, кто это, кто-то же обдумал, сначала план рисовал и благословил его Господь это создать. Неудобно сказать мне, но я скажу, это как бы рекламу даже дать, кто люди не знает строительный, где брать. Все есть, буквально все. Ну, длина тут больше 200 метров. Вы не скажете, общая длина какая магазина? Понятия нет. Кого спросить можно? А вот, там. Мы почти рекламу дадим. У нас большой выход в интернет. Это вообще... Вы не можете сказать длина этого учреждения, вот этого вот всего, и ширина? Что? Длина и ширина. Вы знаете, я даже не знаю, к сожалению. А кто знает? А подойдите на информационное бюро, может, вам там скажут. Так, Володя, дайте, мне обязательно надо узнать. Я дам рекламу этому магазину. Я удивлен. Пошел здесь. По-разному этим пройтись. Официально, удивительно сколько. Где информационные? Нас послали сюда узнать информацию. Здесь у вас дают, нет? Нам нужно узнать длину и ширину этого здания, высоту. А что вы снимаете? Ну, у нас большой выход в интернет, мы дадим огромную рекламу после магазина. Нет, нам... у нас мы здесь не замеряем ни длину, ни ширину. Ну надо, какая длина и ширина его, хотя примерно знать. Чего, магазина? Ну. 5 на 10, наверное. Не знаю точно. Спросите у ребят. Вот сотрудники Леруа, кто может дать информацию об этом здании? Какая длина, ширина его? И сколько товаров примерно? Мы удивлены настолько это. Примерно хотя бы так. Не готов вам ответить. Мы выход имеем на весь мир, у нас огромные ресурсы такие. Угу. Жил рядом и не знал про такой магазин. Шагами мерить придется. А? Все, не ответили? Нет, не ответили. Нам нужно узнать ширина и длина, не знаете. А кто знает? Хочу за тобой. Пойдемте. Надо же так. Ну, огромно. Да можно через интернет узнать. Пойдем. Пойдем.
сколько охраны, сколько рабочих. И ясное дело, это все в нагрузку к товарам идет. Он, наверное, оправдывает себя. Вот двери все открываются, руками не надо толкать. Это второй вход. Мы через тот заходим. Володя, подожди маленько, я посмотрю. Я шагами сейчас измерю. Я выключу. Давайте, давайте. Сейчас я быстренько оттуда начну. Считает шагов, сколько будет это само здание. Это у нас вот здесь вот Лера Мерлен. Это большой магазин строительный в Барнауле. Планета Электрика. Все с электрикой связано, тоже здание большое. Строительство. Сейчас он записывает, сколько длина этого магазина. Ну и чё? Ну подожди, сейчас. 5, 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
брат Игорь-то? Здесь.
165 метров длина. И 4×5 20. И 60 метров ширина. Они не могли сказать. 165 длина метров. Вот этого магазина. Это ужасно. Какие молодцы. Вот видел заголовок вообще? Да, да, показал. Это, а машин-то сколько здесь? Показал, это, да. Да. Удивительное дело. Ну, пошли. Я забираю аппарат. Тихо. Вы же это... Экран закрывайте. О, сколько машин здесь. И вот рядом здесь, прямо рядом, мост большой. Через Барнаул ехать. Вон отсюда даже видно Барнаул. Надпись. Барнаул. Это с этой стороны. Вот она где. Ой-ой-ой.